Изначально это был обычный стрим, где мы просто играли PUBG. 3 часа без единого топа. Был топ-2, был топ-3, был топ-5, была катка на канале, это каточка с ДП лёжа. Вот, но при этом не было ни одного топа. И на третий час вылетел безобразер. А, чувак. Только топ-1. Ребята. Сань. Чё? А после этого дона я сказал, что мы не закончим долбанный стрим, пока не возьмем долбанный топ-1. И мы его взяли. Сегодня вы его увидите. Друзья, этот чел на протяжении стрима закинул еще 5-рек, тоже одной суммы, сейчас вы это увидите. Типа, они этого не делали, зачем? Для чего? Ну, может, не повезло, может, и мансер был. Тогда я хочу быть на канале. Чё там? Да нет. Что могу сказать, он ненормальный. Ну, типа, это ненормально. Но за это просто огромное-огромное спасибо. Топ-1 в честь безобразера и в честь всех тех, кто смотрит это видео. Друзья, огромное-огромное спасибо. Полетели. Топчик на самом деле не самый крутой, но сейчас будет момент, который вот прям тоже был на стриме, но он просто пушка. А потом топчик. Все, давайте. Ой, меня видят. А это по тебе работает, серьезно. Давай это пиши. Сань, где хп? Это ты второй раз за эту катку? А, или это прошлый, ты вообще был мертвый? Меня тупо энергитос спас. А я не знаю, что делать, у меня хилов нет, брать. Вообще? Не, опять аптек. Сейчас, Сань, я тебе перебегу, накину тебе хилы. Я отменю их, 100%. Только дым раскидай, если есть какой-то. Нет. Я отвлеку даже. Пробуй стреляй. В смысле, ладно. Мне голову дали. Просто с первой тычки. Еще тычку впитал. Мансер, давай. Давай, мансер. Боже мой. Что? Ребята, это просто достойно лайка. Да, мне опять аптека сейчас тебя скидывает. Чувак. Пойдем вдвоем. Сейчас, Ань, я тебя прикрываю. Ну не прикрываю, а так чисто морально. Так бы там, я... Дал тычку. Да, мне неохота просто. Давайте сюда куда-нибудь. Стой, стой, не прыгай, Сань. Извиняюсь, есть предложение более сыпово, реально. Давай. Можем карьер сюда упасть. Далит. Там дофига лута, мало людей. Что бы ты ни делал, тебе нужен успех. Нами всеми движет желание побеждать. Желание быть первым во всем. Нужно не просто быть первым. Нужно всегда принимать новые и новые вызовы, чтобы оставаться в топе. Вот почему мы вернулись в игру. Если ты готов к новым победам, будь с нами. Будь с 1xbet. Поэтому лайк, подписка и большая подписка. Ту-ру-ту-ту. Так, что, смотрел, есть люди, нет? Нет. Ну, в смысле, нет людей вроде. Вроде бы. Понял. Во, попросил подписки, точнее сказал, и пацаны подписались. А, чел... Да, на карьере я видел там. Патроны! Живи. Давай, 240, брать. Врубил. Крыса. Ну он вообще хорош, на самом деле. Нормальная попытка была. Да любая попытка тебя уничтожить офигенная. Ну чё ты что-то, а? Так, а у меня что-то нету на калаш, короче, патрона. Возьмем. Чё, к нас на карьере шибли людям. Понял. А есть это? А, ну я отхилюсь. На челик. За деревом. Немножко волга спускается. У меня 13 бустов и одна аптека всего лишь. Сань, погнали его задушим, это изи, я думаю. Сейчас я подхилюсь. В ту сторону, да, он пошел
бляхая. Угу. Возможно, за камнем. Нет, упори, слышу. За камнем, да. Да, он за камнем. Чекает тебя слева. Я спрятался. Тащи, время есть. Патроном 2, 3. Убил. Легко умер? Челик, наверное, в голову дал. Не знаю. Типа, с таким попаданием в голову он мог умереть с фулл хп и одновременно с пикселем, непонятно. Зона, братишка. Зона. Не знаю, я уже заколебался просто стримить. Вот. У меня когда заколебался, я просто молчу. Но так-то топ-1 будет. Надеюсь, в этой катке. Нам просто нужен нормальный прок зоны. Вот реально. Более-менее. Мне нормально стрелять. Я что-то прям вообще, вот я серьезно, вот сегодня не летит. Но ты же знаешь, что я иногда вот, ну не то, что иногда, в нормальные моменты, когда нужно включиться, я включаюсь и могу там двоих, троих убить. Ну, что, блядь, спина болит. Если за компом чувствую себя мертвым трупом. Хотя, каким образом может быть труп не мертвый, непонятно. Что там есть обвесики? Я вообще на крыше тут пусто. То есть не лутал, да, дом? Дом не. Леголас от души, красавец. А чувак вообще по красоте сделал. Зашел, говорит, подписался, лайк, колокольчик и пошел дальше круиз смотреть стрим. От души. Вот это крыть. Ага. Видно, готов на 4? Раз, два. Блин. Заспотал. Сейчас правее него. Да, видел. Блин, это очень-очень плохо. Это Саня, это очень плохо. Они в зоне, я тебе предлагаю на буткэмп пойти. Через, потому что они нас не примут никак. Ну, в смысле, не пустят. Давай, давай. Как он заспотал такой, черт вонючий, а? Тайминговый. Может, второй. Ну да, убить, да, знаешь, да. Смотри, они перебегают вон, направо. Вон второй перебегает, да, тоже к этим. Поэтому надо еще проверить, да, 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 там... прям максимально. Давай просто по буткэмпу забудем. Да, давай, давай, давай. Только не беги в открытую. Mm-hmm. Еще подлутивать успевает. Зона, тварь, если ты еще прокнешь на хатинах, ты просто собака. Там вероятность того, что он прокнет на хатинах, 0%, ёпта. Но это может произойти. А по сути, где мы были, да? Ну да, посмотри карту. А нет, мы там мог были. Тут мог, да. На горе, на пинге, стоит, не видит нас. Готов? Раз, два. Раз, я один правее был. Ух-ух-ух. Эч-поч-мак. Ты можешь ползти за дерево, Сань? Направо ползи, просто направо, дай. Давай. Боже, какой же он конченый на горе. Так, чё мы там? Добил? Добил, в смысле? Давай, братик, нажми, нажми. Я, блин, думал... Чувак, я хотел, короче, убить этого челика, в итоге нечаянно добил, типа. Понял, это могло быть минус 2. Его разозлил. Не-не-не, это могло быть минус 2, вот это вот еще более фигово. Так, беги, зона. Ой-ой-ой-ой-ой. Так, я через право предлагаю. Давай, давай. Я просто вхидываю густ. Угу. Угу, он направо переехал, слышал? Угу. Что делать, налево тогда или как? Я хз. Не, ну типа, если мы еще возьмем две снайпы, возьми... Видно-видно, за камнем, на бинге. Раз, два. Найс, я просто одну промазал, другую дал в тело. Он дальше побежал. Ты не можешь подбегать, я типа прикрываю. Да я типа подбегаю. Зона на хатинг, посмотри на этом. Слева кто-то стрелялся. Да, это по мне. Саня, можем украсть машину и объехать туда просто. Готов? Давай. Он же отбежал вроде. Раз, да, да, да. Два, три, погнали. Зачем ты ему пустил, наверное? У меня, кстати, ни одного бинта, ни одной аптеки. Две аптеки, три боли, четыре энергетика. Болики есть. Угу. Давай просто врывку. В зону, в зону. Можем сюда в кемпы просто ворваться и все. Понимаешь, тут вероятность 50% на каждый берег сейчас. Данисы. Можешь вот сюда вот вообще вот так вот ворваться, там мне кажется. А мы оттуда потом не уйдем. Данисы, братанчик. Вот это чел? Не, это скутер. На мужика, ёпта. Прям сразу в дом, вообще похер. Вот это красиво.
Блин, чувак, понимаешь, она реально может, ну, вероятно, как бы реально уйти сейчас на хатин. Как это могло произойти? Дай что-то это... Да, держи, держи аптеку. Мне всего две аптеки, одну тебе скину. Так, я чекать сейчас быстренько эти. Я извиняюсь, но мне нужны просто хилы. Давай. Машина. Или это лодка? Машина. А, БТР, ёпта. Он вышел. Там едет. Не, он вышел. Он хотел переплыть, но понял, что не получится. Понял. Дал голову. Саня, аккуратно, я хиляюсь. Нормально, мой. Как думаешь, будут пушить чине? Хз. Так я попробую попекать. Я без шлема. Давай. Так, все, нет шлема, да-да-да. Тебе. Блин, Саня, они какие-то бодрые. Да я херово стреляю. Да я вообще, блядь, не стреляю. Так, мы в зоне. Пожалуйста, так, зону, ну. Зона у нас. Саня, нужно их убивать, иначе это наша. Дал голову. Все, он без шлема. Подарай, подарай. Сань, подорви, подорви. Не знаю. Второй под мостом. Угу. Другой вижу на рельефе, на пинге. Вырубил. За БТРом. Найс. Сейчас этот будет бежать с колонн. По нему еще работает, он спрыгнул вниз. Понял. Он убегает в трубу, убегает. У нас слева кто-то, какие-то машины. Иди сюда, сотка. Сейчас, подожди. Добил одного. Накоцал пацанов на сотке. Там пушки забагали еще. Короче, чекаю сотку, чекаю этих. Мост чекаю. Сотка меня чекает. Меня тоже. Он с хряком аккуратно, не стой на месте. Чувак, у нас вообще все идеально. Просто не нокаемся и убиваем лохов. Ох, блядь. Чувак, если не нокаемся. Ты в сове, надеюсь? Ну да, да, да. Уверен, прям? Крутить начал. Да, да. Ой, рискуй, рискуй, нажимай. Крутить начал куда? Налево, надеюсь, нет? Влево, да. Бля. Тихо. Нормально, нормально, он там далеко. Сразу забегай в эту будку вонючую. Вижу. Где? Yeah. Да, извините. В какую сторону стреляешь? За деревом, за деревом. Блять, тут деревья. На пинге вот этом. Чувак, у нас все. Мы в зоне. О, я не знаю. Тебе нужен шлем как-то. Так, у нас где-то еще должны же ребятки. У нас в кемпах. Понял. Уже есть. В начале там. Кажется, я сыграю очень пассивно. Да-да-да. Давай просто подождем зону. Одного вырубил. Я говна сожрал. Я промазал хаешкой. Один чел остался, Сань. У меня нет хилов вообще. Где он? А ты где убил? Ты убил зачем? Слева, слева. Ну вот там. Пальма, да, пальма? Нас пушили, а вот справа где-то был еще. Ты за пальмой убил, Сань? Да, вижу, да, вижу, да, вижу. Да. Иди сюда, я тебе. Давай, аптека мне нужна желательно. Все, понял, я в эту херню. Есть. Один чел. Ты можешь, кстати, попробовать залутать. Да, да, сейчас попробую. Сужение уже прям на нас. Аптеку на? Да-да-да, давай. Спасибо, шлем там не нашел себе? Не смотрел. Дерьмово. Я что-то только эти. Давай, гляну, я гляну. Шлем просто есть, нет, подожди. Сань, тут есть шлем, иди заберем. О,
канистры подумаем. Это весы, кстати. Где-то засело чудовище. Главное не обосраться. Тихо. Слышу. У нас. Прям слева, чекай, слева. Сейчас вот тут. Так, я справа. Так, ну там, он там за домом у нас. А он в зоне, кстати. Да. Слышишь? Нет, я не. Прям за домом у нас. Слышу. У меня. Он говношотный, все, ты убил. Он в доме, походу. Угу. Он в доме. Меня. Найс. Фух, красный был. Чувак. Гуд, каточка получилась. Топ-1, ребят. Сори, что эта каточка была, наверное, не суперка, это разговор, чем мы там сидели, что-то бу-бу-бу-бу. Ну, я, по крайней мере, точно, потому что, ребят, играем мы уже 5 часов. Очень заколебались, и эта игра будет на канале. Наверное, тоже. Сколько у тебя киллов? Один. А, серьезно, у меня 5. Ну вот, я его напарнику. Ну да, ну не лучше катка получился у нас по киллам. И вообще, ну это топ-1. И это круто. Все, ребят, поддержите лайком. И респект топ-донатеру этого стрима. Да, кстати, спасибо огромное Безобразеру. Просто от души еще раз, просто огромное. Вот, ребят, на этом мы, наверное, закончим.